Друзья, всем привет, с вами Санек. Сегодня мы строить ничего не будем, а видосик такой, скорее объявление. В общем, создал я еще один канал, называется он «Комментарий дня 18+». Значит, канал будет посвящен видеоответам на ваши комментарии, потому что некоторые повторяются, некоторые просто так текстом не ответить. Вот. Будет в начале ролика скриншот комментария и короткий видеоответ, там, может даже в несколько секунд там, придется уложиться. Вот. И название ролика будет все-таки отображать суть комментария, так чтобы ну, кто-то пришел, посмотрел по названию ролика, понял, да, что ему предстоит посмотреть. Допустим, там... не знаю, между осями размер какой, да, вот, просто рулетку приложил, заснял, все, получите, распишитесь. Вот такие вот дела. Конкретно канал будет посвящен только комментариям, все, то есть видео ответам, я думаю, понятно. Также будут туда грузиться комментарии, которые попадают на рассмотрение, они, я их вижу, и я их еще не заблокировал и не одобрил. Вот. Их еще никто не читал, кроме самого автора. Почему они туда попадают? А потому что у меня на канале стоит стоп-фильтр. Ну, блогеры знают, да? Те, кто занимаются каналами, хоть немножечко, они знают, что такое стоп-фильтр, стоп-слова. У меня их забито на канале порядка где-то 1500 этих стоп-слов, которое запрещено писать в комментариях. И вот автоматически, когда попадает это стоп-слово, коммент отправляется на рассмотрение. Его никто не может прочитать. В основном там мат. Один мат, ну и еще куча всякой лабуды. То есть эти комментарии также будем туда на каналчик. И также будем весело и бодро отвечать, как человек старался печатать. Вот такую портянку напечатал, она бабах. Не проходит. Он и не понимает, что он ее видит, а другие его не видят. Смысл был печатать, чтобы там какашульку маленькую так вставить и все. Туда будем грузить. Буду отвечать также, буду и материться буду, мужики. Буду там материться. Поэтому, ребятки, кому меньше 18, не надо подписываться. Не надо, там дядьки будут о плохом разговаривать местами, а местами по делу. Так что, вот как-то так. Все, ну, я думаю, понятно. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, ссылочка будет в описании на новый мой канал. Роликов пока еще там нет никаких, я только-только-только его сделал. Есть желание, подписывайтесь. Комментируйте на основном канале, комментируйте на канале Дзен. Кстати, вот, вообще вот мало комментариев на канале Дзен. Там только один человек с самого начала, с самого первого дня, с первого ролика. Вот, Владимир, если я не ошибаюсь, Ляушев. Вот как подписался человек, он там обитает, на Дзене. Смотрит регулярно, я не знаю, на Ютубе он смотрит, нет. На Дзене он вообще красавчик, надо его как-то поощрить. В общем, подумаем над этим вопросом. Вот, четко поддерживает канал. Так что я думаю, понятно, для чего это было сделано. Вот сейчас я много разговариваю, а там я буду поменьше разговаривать. Вот, как-то так. Все, мужики, всем пока. Я думаю, понятен смысл. Скоро увидимся. Что там говорить? Особо сейчас снимать нечего. Вот. А вот ответы в течение дня могут загружаться периодически. То есть прямо можно с телефона. Ответил, на канал закинул. Ответил, на канал закинул. Может один, может два, может пять, а может и десять. Все, всем пока.